Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в животные против лесорубов. Как ты помнишь, в прошлой серии мы с тобой получили носорога. Ну, и куда мы сегодня пойдем? Пойдем, наверное, за ресурсами. Вот сюда. Листочков у меня, по-моему, нет на прокачку, так же, как и желудей. Поэтому будем своими силами. Есть зато бонусы. Не так много, конечно, но есть. И будем честны, носорог не настолько силен, как мне говорили. И стоит он дорого. Это факт. Ну что, давай. Оставляю пока вот эти вот бонусы, что у нас есть. И возьмем вот тут. Перец, часики и бургер. Пускай будет так. Ну что, Коко, пошли. Так, давай мы здесь, наверное, палочки бросим. Вызовем с тобой сразу крокодила. Уже начинает рубить. Вы совсем, что ли, озверели, а? Травим их тогда. Так, давай сюда еще всякие палочки с тобой сбросим. Посмотри, что, а? Крокодила, ребята. Забомбили мне они все-таки его, да? Вызовем еще одного. Не беда. Ну-ка. Улей. Носорог, держись. Да, видишь, они все-таки его запинут. Я думал, что он будет с разбега там разносить всех. Но он так себе. Давай-давай, родные мои. Опять же тебе скажу, что мы с тобой играем сейчас под бонусами. Поэтому они как бы себя чувствуют здесь, ну, более-менее комфортно. Если бы этого ничего не было бы, они бы сдулись бы давным-давно уже. Так, поможем улей, бросим туда. Так, крокодила надо нам вызвать. Кто-то там опять уже рубит деревья, ты посмотри, а? Задерживает моих животных. Давай, наверное, тигра вызовем. И отравление включим. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Охламоны. Да что ты будешь делать-то? Травим, травим. Я не пойму, там что там? Где моя помощь, блин? Давай, 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 родные мои. Уничтожаем. Тут дерево на соплях буквально у нас с тобой стоит. Сколько еще? Блин, а еще и волн дофигища, ребят. Окей. Держимся сколько сможем, ребят. Продержаться нам нужно. Опять, а? Слушай, нам надо кое-что здесь, наверное, сделать все-таки. А раз они так делают, значит нам выгоднее сюда. Да не то я сделал. Бросить палочки. Так, вызовем носорога еще. Пускай бежит. Так, Коко, пойдем. Забираем вот это все. Пускай он уже сразу берет палки. Видишь, что творят, а? Просто подпиливают нам деревья. Ничего себе, мы тут с тобой нахапали. Давай, 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 все это собираем. Успел захилять я своих животных. Носорог, вперед. Вот крокодилы, когда вот так идут, это, ребята, хорошо. Потому что если там вдруг будут ниндзя или еще кто-нибудь, они их, естественно, уничтожат. Так, вот, видишь? Опять начинает там деревья бомбить. Блин, если бы не вот эта машина, которая давит моих животных, все было бы намного лучше. Да что же там творится-то, а? Где же он там
Рубит-то все деревья мне. Давай, носорог, беги. И уже ниндзя здесь, да, вышел? И еще один. Тогда тигра там вызовем, потому что он быстрее бежит и все делает. Так, ну что я тебе скажу, мы здесь с тобой этот уровень пройдем, потому что это последние дровосеки. Ну, опять же, повторюсь, здесь у нас бонусы. Здесь гамбургеры у нас выпадают, то есть мы быстрее с тобой накапливаем энергию. Соответственно, быстрее вызываем животных. Без них было бы все намного-намного сложнее. Так, еще одного крокодила вызовем. Плюс улей. И я так понимаю, это последний, да? Ну вот и все. Уничтожаем машину. Получаем там с тобой какой-то бонус. Носорог, конечно, такой прыгает радостный. Дерево у нас буквально на соплях выжило. Так, нам достается перчик. Ну давай, дай 30 листиков мне. Конечно. Ну что же, у нас тут с тобой еще две миссии, да? А вот это, ребята, что такое? Ага, будь добр, говорят, найди мне, точнее, спаси 155 деревьев, а у меня 120. То есть еще нужно 35 спасти. Это надо идеально пройти все, да, на 3 звездочки. Ну почему я называю звездочки, ребят, по привычке? На 3 деревца. Так будет проще. Ну что, давай тогда, наверное, начнем вот с этих миссий, да, которые у нас в углу. Или вот с этой. Все равно надо допроходить. Тут как ни крути. Угу. Шайка-лейка тут собралась. Ну ладно, давай. Пойдем. Вот так вот сделаем. У нас с тобой не будет бургера. И это плохо. Бургер очень хорошо помогает. И без него будет сложновато. Блин, эти спортсмены еще. Они очень быстро бегут. Так, крокодильчик, ты, главное, держись. Я знаю, что в тебя там стреляют. Но надо держаться. Так, носорог. Носорог, тебя сейчас машины опять эти будут бомбить. Быстро, друзья мои, все равно он погибает, как ни крути. Так, ну что мы с тобой можем сделать? У нас как только кончатся бонусы, ребята, все, можно, в принципе, заканчивать игру. Потому что, ну, без них здесь просто нереально играть, проходить. А бонусы я получаю за ежедневки, либо за просмотр рекламы. Но, опять же, рекламу посмотреть можно только ограниченное количество раз. То есть, по-моему, 5, если я не ошибаюсь. Да и факт, что тебе не сразу выпадет, например, бонус с бургером, да, в основном выпадает лечилки и отравление. И как ты видишь, меня тут прижучили, по-моему. Меня тут прижучили, там почему-то ребята не справляются. Вот они пришли, только макаки. И дерево наше с вами рухнуть сейчас может. Давай травить их. Палок набрали сразу же. Только стойте здесь, не ходите вы к этой машине. Ай, бестолочи. Ну, бестолочи, что я могу еще сказать. Понятное дело, они туда ломанулись. И, естественно, сразу же всех практически здесь и положили. Вон, еще отряд идет. Палки-то возьмите. Без палок-то чего там. Хотя, мне кажется, лучше даже не палки, а можно взять и палки, знаешь, что еще, и кокосы. Так, по крайней мере, они бы могли издалека стрелять. Не надо было бы им подходить так близко к машине. Я вот к чему говорю. Так, этого ушатали, да? Красавчики.
Так, наверное, еще нужно одного крокодила на вызвать с собой. Да кто там все бомбит-то мне? Так, тихо-тихо. Носорога, давай, беги. Тут еды маленечко насобирали. Тут желудь. Как у нас там дела-то хоть? То сейчас тут прозевак и все на свете. Да нет, это последние у нас лесорубы. Мы их сейчас победим. И, в принципе, этот уровень будет пройден. Причем на 3 звездочки. Но зато я потратил очень много хила и очень много яда. Да. Обезьяна глюканула, ребята, обезьянка, смотри. Палки не хватило, стоит. А где палочка? А нету палочки. Но зато здесь мы с тобой получили 68 листочков и 16 желудей. Будем потихоньку желуди, наверное, с тобой копить. И либо открывать ячейку, или я не знаю что. Так, друзья мои, у нас открывается еще один бонусный уровень. Окей, пойдем сюда. Потратим с тобой последний наш бонус, который у нас есть. Но этот уровень мы пройдем. Твою ж налево, а сколько вас тут, а? Целая орда. А сколько стоит? 950. Чтобы открыть ячейку, 950. Ну вот смотри, у нас с тобой вот эти бонусы остаются, да? А бургера нету. А бургер, я считаю, что это один из самых-самых важных бонусов, который можно получить. Ты спросишь, почему? Ну, потому что именно за бургеры, за еду мы с тобой призываем животных. Не знаю, почему именно за бургеры, а не за мясо там или еще что-нибудь. Ну, вот что есть, то есть, ребят. Давай отравим их вначале. Что-то мы тут на ранней стадии что-то разгулялись, смотри. Чересчур. Давай-давай-давай-давай, пинаем их. Улей. Сбросим, видишь? Только вот с этого мяса я, ребята, могу что-то призвать. Нам нужен крокодил. Нам нужен здесь с тобой крокодил. Так, дубасили, да, все-таки? Окей. Крокодильчик мой сзади потихонечку их там бомбит. Я сейчас гляну быстренько, что тут у нас происходит. Что у нас происходит? У нас происходит здесь прям вот разборки под носом, прикинь. Да. Ёлки-палки. И без остановки причем. Пускай макаки сразу берут палки. Они здесь очень сильно будут меня задерживать, кстати. Да, очень сильно. Так, бомбим, бомбим. Не даем им спуску здесь. Улей. Блин, это еще будет целая волна, да, получается? Так оно и есть. Так, первая практически уже пройдена. Первая волна. Давай тигра, наверное, призовем с тобой. Пускай бежит. И, наверное, нужно еще одного крокодила вызвать. Вот так вот. Забираем тут еду. А что это там у нас? Опять где-то. Понятно, опять где-то лесоруб. Берите палки, господа, и бомбите их. Так, что у нас тут? А у нас тут все плохо. У нас тут все плохо. Потихоньку нас уничтожают здесь, да? Ну, это, по крайней мере, идет последняя уже волна этих лесорубов. Судя вот по метру. По метру. По метражу, елки-палки, по метру. Так, ладно, пойдем сюда. Значит, что ты тут стоишь?
Давай его нахлобучивай. Он крокодил тебя сзади сейчас. Эх. Крокодильчики могли бы, да? Вот они уничтожили тех, например. Могли бы где-то здесь на страже постоять. Это не обязательно уходит. Ну все, в принципе, уже мы с тобой этот уровень прошли. Можем уже расслабиться. Здесь нам ничего не грозит. И придется 5 дня, 3-4 нам с тобой собирать ежедневки, чтобы накопить бонусы. Ну, а по-другому здесь никак. По-другому я уже пробовал, и ничего не получается. Давай, 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 бомби, бомби их там всех. Ну вот, осталось только машину нам уничтожить. И уровень будет пройден. Так, может, крокодил еще позвать? А зачем мне крокодил здесь нужен? Все. Так, и что же мы с тобой тут получаем? 14 желудей, 65 листочков. А здесь... Опа! Рыбные косточки. Мертвая рыба вызывает пеликана. Хм. Блин, хотелось бы часики песочные. Так, друзья мои, у меня новое достижение. И это говорит о том, что я смогу здесь еще приумножить, да, себе? Очень-очень все это хорошо. На апгрейд не хватит? Да нет, конечно, хотя подожди, 360 листиков хватает, в принципе. Но я думаю, может быть, мне все-таки этих макак прокачать, а? Макак, это как бы основная моя сила, ребят. Макаки вот эти вот. Звучит смешно, но оно так и есть. И 289 желудей. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.